1 ноября 1867 года в Барнауле был открыт телеграф. Первую телеграмму в Петербург отправил историк Степан Гуляев. Он написал в Российское географическое общество. 1 ноября 1941 года родился художник Валерий Марченко. На полотнах изображал пейзажи Алтайского края, памятники архитектуры. Произведения Валерия Петровича находятся в музеях и картинных галереях России, Англии, Германии, Японии, Америки. 1 ноября 1988 года на Алтае была проведена первая операция по трансплантации почки. Она прошла в медсанчасти Треста «Стройгаз». После первого опыта в крае была организована служба по забору донорских органов. В распоряжении отделения круглосуточно находилась машина и даже санитарная авиация.